Ну, я очень спокойно отношусь, я понимаю, это хороший, это, во-первых, он великолепный певец, да? Да, слава богу, это не так часто случается, к сожалению, на российской сцене, этот человек по достоинству занимает место на Олимпе, потому что он великолепно поет. Песня «Я русский», клип «Я русский» мог бы мне не в близко. Время на MTV? Мне не близко, для меня это слишком в лоб, конечно, мог бы. На MTV, безусловно, это великолепный музыкальный.